что Сочи без преувеличения великолепен, отмечали не только российские туристы, но и иностранные, подчеркнул губернатор. То есть люди, которые ранее посещали другие мировые курорты. Увиденное в Красной Поляне многих просто удивило. Оценка отдыхающих отлична, и это главный показатель работы городских властей. Вениамин Кондратьев выразил благодарность Анатолию Пахомову, в том числе и за благоприятную ситуацию на дорогах. Это молодцы, вы их здесь. Я еще раз подчеркиваю, это мнение не только мое, это, в первую очередь, мнение гостей Красной Поляны, гостей Сочи. Потому что, на самом деле, в этом году нету ни транспортных коллапсов, ни в самом Сочи, ни на Красной Поляне. Движение более организовано. Работа продолжается, люди подъезжают, люди уезжают, то есть идет курортный сезон. Людей было везде очень, но 300 тысяч, это мы даже сами не ожидали 300 тысяч, потому что мы рассчитывали на 200 тысяч. Но вот при этом, при всем, значит, удалось, я повторяю еще раз, слаженной работе, вот спасибо вам, спасибо вообще. Ну и мы постараемся и не постараемся, все сделаем для того, чтобы и зимний сезон, который продолжается, чтобы он прошел на нормальном уровне. Работа краевого штаба завершена. Вот городского, отметил глава Сочи, в самом разгаре. Помимо гостей горнолыжных курортов, в город уже прибыло 3000 КВНщиков. На подъезде еще 2000 участников шоу Comedy Club. Губернатор просит властей не расслабляться, ведь курорт Сочи, в отличие от других регионов края, работает и принимает гостей в режиме нон-стоп, подтверждая статус круглогодичного.